Это Razer Basilisk – новая игровая мышь для игр жанра FPS. Впервые ее показали на IFA 2017, и вот уже совсем скоро она появится в продаже. Давайте узнаем, что в ней особенного. Один нюанс могу назвать сразу – ее можно будет выиграть. Первое, что привлекает внимание при взгляде на Basilisk, это обилие эргономичных изгибов конструкции, что вселяет надежду на комфортный хват. Оценить его сможет правша, так как дизайн несимметричный. Корпус мыши сделан из матового пластика, к которому приятно прикасаться. Материал лишь слегка шероховатый и не скользкий. Отпечатки и разводы спинка не собирает, поэтому за все время моего использования мышь ни разу не выглядела испачканной. Это плюс. Помимо пластика, пальцы соприкасаются еще и с двумя прорезиненными вставками. Основная находится слева, она полностью покрывает выемку под большой палец и тем самым улучшает сцепление с манипулятором. Проще говоря, палец не скользит и чувствует себя очень комфортно, особенно с приятным и мягким, поддерживающим выступом снизу. Ближе к передней части этой области находятся две привычные кнопки вперед и назад, а также одна из главных фишек манипулятора – съемный переключатель режимов чувствительности сенсора. Да, уровень DPI настраивается двумя верхними кнопками, классику никто не отменял, но вот этим рычагом пользоваться на порядок удобнее. В первую очередь, Basilisk создавалась для шутеров от первого лица, где часто возникает необходимость быстро менять чувствительность сенсора, чтобы подстраиваться под разное оружие. Так вот, в пылу боя на высоком DPI удержанием этой клавиши можно временно снизить скорость перемещения прицела, сделать точный выстрел и снова вернуться к молниеносному движению. Никуда тянуться не нужно, клавиша находится аккурат под кончиком пальца. Плюс можно установить рычажок покороче, подстроив все под себя. Срабатывает он тихо и приятно, с коротким ходом. И еще на этот элемент можно повесить активацию микрофона, чтобы не отвлекаться от управления персонажем во время разговора с командой. В общем, вариантов масса. Но вдруг клавиша в этом месте не нужна? Ее можно спрятать под комплектной заглушкой. Второй отличительной особенностью мыши является прорезиненное колесо прокрутки с настраиваемой тактильной отдачей. Снизу находится регулятор, накрутка которого изменяет ход колеса на спинке. В минимальном его положении колесо скользит легко и бесшумно, без малейшего сопротивления. Если выкрутить регулятор на максимум, то сопротивление усиливается и прокрутка окрашивается характерным звуком. Любителям ощутимой тактильной отдачи должно понравиться. Лично мне по душе что-то среднее, поэтому подобрала для себя соответствующее сопротивление. Благо меняется оно очень плавно. Отдельной лести заслуживает приятная ненавязчивая подсветка Razer Chroma. Она поддерживает более 16 миллионов цветов и также всячески кастомизируется. Basilisk совместима с новой версией ПО Razer Science 3. Тут можно создавать целые плейлисты эффектов для подсветки под разные сценарии и приложения, а также настраивать функции всех 8 кнопок и записывать макросы. Созданные профили могут храниться как непосредственно в памяти мыши, так и в облаке. А для их быстрого переключения на основании имеется специальная кнопка с индикатором. Кстати, помимо всего вышеописанного, снизу есть и тефлоновые ножки, за счет которых мышь великолепно скользит по поверхности с минимальным сопротивлением. Теперь о характеристиках. Basilisk работает на фирменном оптическом сенсоре Razer 5G с очень высокой чувствительностью в 16000 DPI. Максимальная частота опроса мыши 1000 Гц, а ускорение 50G. Основные кнопки построены на механических переключателях Omron с ресурсом 50 миллионов нажатий. Провод качественный, в оплетке и с хорошим запасом длины 2,1 метра. Итак, что в итоге? Razer Basilisk обладает отличной эргономикой, оснащена высокоточным оптическим сенсором и долговечными механическими переключателями, приятной регулируемой подсветкой и двумя классными бонусами. Первый – кнопка быстрого изменения чувствительности сенсора. Она позволяет на мгновение понижать значение DPI для точного выстрела, ну или выполнять сотни других действий без необходимости куда-то тянуться. Вторая особенность – это колесо прокрутки с настраиваемым
сопротивлением. Так что, если давно искали мышь с идеальным ходом колеса, то вот она. Диапазон регулировки очень широкий, поэтому можно выбрать любой режим. От бесшумного и скользящего до тугого с ощутимой тактильной отдачей. Совокупность всех вышеупомянутых плюсов делают Razer Basilisk одним из лучших манипуляторов для динамичных шутеров жанра FPS. Как и говорила в начале видео, эту мышь можно выиграть. Условия, как всегда, очень простые. Так что переходите на наш блог и принимайте участие. Напишите в комментариях, как вам новая мышь от Razer. И поделитесь своим мнением насчет быстрого изменения чувствительности сенсора. Часто ли вам приходится понижать DPI для точного выстрела? Или легко справляетесь с постоянным значением? Также ставьте лайк, если видео понравилось, и подписывайтесь на канал.